красавчик, судя по всему, недавно вырос. А если они еще в процессе роста, то значит и других красавчиков мы сегодня увидим. Это хороший знак, почти уверена. Ну а это разве не красавчик? Еще какой красавчик! О, ноябрь! Ноябрь нас не разочаровывает пока. Великолепный грибок. А вот еще один красавчик сидит под названием дубовик крапчатый. Ну что, хорош, правда ведь хорош? Посмотрите-ка, два ноябрьских подарочка сидят. Ну что, хороши мы, хороши. Классные грибочки. А вот еще один красавчик. Ну, чудесно. Вот так вам и ноябрь. Ноябрь, ноябрь. Мы любим тебя уже прям. Замечательный, красивый грибочек. Не успели мы предыдущему порадоваться, а тут опять тебе, пожалуйста. Вот так вот. Какой хороший грибок. Это точно будет хорош, без всяких сомнений. О, здесь кто-то пробивается мучительно сквозь ветки и прочие препятствия. Ну, молодец, молодец. Вовремя ты пробился. Итак, 12 ноября. Почти середина месяца. Но это не смущает белые грибы. Вот еще один красавчик ноябрьского происхождения. Ну, разве не хорош? Хорош, хорош. Немножечко грязненький, но мы его вымоем. Не проблема. А вот еще один подарок ноября. На нем, правда, кто-то уже попировал. Но ничего. И нам осталось еще кое-что. Берем. Решили пикничок устроить. И смотрите, какая у нас над головой находится метка. Ну, такое еще. Как будто уверенной рукой нарисовано. Надо же. А посмотрите на это дитя ноября. А? Ну разве не хорош? О, хорош, хорош. А вот еще одна замечательная, приятная встреча. Встреча в ноябре. Ну что, посмотрите. Ну этот хорош. Сразу видно. А тут еще кто-то в ямке спрятался, довольно такой. Но мы тебя извлечем из ямки. Это тоже будет хороший грибочек. А вот еще один срезали только что. Когда до срезки было еще непонятно, как он, в каком состоянии. Но сейчас уже все понятно. В прекрасном состоянии. Это, кстати, около того места, где в прошлом видео мы гигантские нашли, да? Помните, за что нас некоторые подвергли критике? Что якобы такие большие грибы на дом не берутся. Хороша я, хороша. Только несъедобно. Красота-то какая. Ага, а вот это явный претендент на звание мистер белый гриб сегодняшнего дня, по крайней мере. О-бо-бо, посмотрите, какой красавец.
Это просто чудо неимоверное. Красота неописуемая. Вот это ноябрь. Вот это ноябрь. Вот, вы посмотрите, какой красавец. Ну, что тут скажешь? Нет слов. И пока не стемнело, решили мы на привале показать наших красавцев вам уже. А то темнеет очень быстро и внезапно в лесу. А домой мы часто возвращаемся уже. Надо свет, когда уже включать для того, чтобы сделать видео. Поэтому смотрите, да, какие хорошенькие, замечательные. А это наш мистер Белый Гриб. Ноябрь месяц 2020 года. Неплохо. Ноябрь нас приветствует в этом. Посмотрите, как прекрасен лес на закате осенний, ноябрьский.